Успение Пресвятой Богородицы празднуют сегодня христиане восточного обряда. Первая Пречистая – один из 12 самых больших праздников в году. В этот день принято в храмах ставить свечу за здоровье родных, а также угощать едой бедных. Согласно народным поверьям, сегодня нельзя ругаться и физически работать. А еще верят, что с этого дня начинается бабье лето. Какой будет погода на Успенье, такой и осени следует ждать.